Но хуже уже не будет. И бац, 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 брить, бац, 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 брить, бац, 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 брить. Ух ты! Но сейчас в данной мете ладдер один из самых прикольных, который я встречал. За последний, наверное, год точно. Но играть все равно в него не буду. Ну как, я поиграл первые полторы недели в классик, потом полторы недели в ладдер, потом в вольный и, в принципе, все. Так. Блин, ну ладно, пусть хотя бы такой мурлок будет, чё. Яд или Багурл? Ладно, яд все равно. Прям хоть реально переходи в мурлоков. Но имеет ли это смысл? Ладно, объективно, жирничи уже не особо стоит пробафывать дальше. Можно попытаться подождать еще ход и посмотреть, чё к чему будет. Ладно. Я надеюсь на то, что у меня все получится. Сидим. Либо золотого Брана, либо золотого Палеомурлока и полностью Мурлоков уйдем. Посмотрим. Одно из двух. Пришествий. Сейчас чихну. Блин, прям под тайминг музыки чихнул. Круто. Будь здоров, спасибо. Спасибо. Bless you. Thank you. Thank you. Вау! Ребята! Это катка аниме! Поехали! Два триплета! Вау! Офигеть! Кто мне нужен? Калесгас. Погнали! Бррр! Ноль ядов? Ты что, издеваешься? А он реально издевается? Он просто рофлит. Так, я, если честно, немножечко замешкался, поэтому ход посидим. Один ход посидим. Вау. Мне нужен еще один Дарнозму, чтобы своровать еще Калесгаса. Они сказали, они мне говорили, Леха, не бери Иршаджа, это помойка меты, это тир 999, герой, это говнина, но не для короля рандома, блядь! Ну, эта харчевня, конечно, клевая, но в жопу ее. Мне нравится ход твоих мыслей. Драконы? Да поебать на драконов вообще. Ладно, поебать на зверя. Попытаемся найти что-нибудь отсюда. Мурлок. Но теперь не так уж и много приколов, конечно.
Ебать, я долго все делаю, чат. А что происходит? Господи, какой же медленный этот ваш Томатос! У него задержка в мозгу, пингует, волжский пинг! Вроде переехал в Питер, а что происходит? Алло, Слоупок, санитары, пожалуйста, таблетки скоростей ему! А зверинов вкалите кто-нибудь, кто угодно, что происходит? Стыдно за этим смотреть! You too slow! Как будто реально играю... За Соника. Раз, два, три, четыре, пять. Короче, сколько тут до хрена у меня адаптаций, ни одного яда. Ладно, будем считать, что это... Поддавки, да? Ладно, по факту выходит все очень даже хорошо. Согласись. Я не хочу брать Надину, хотя я понимаю, то, что Надина, как бы, вот это все, это победа, это красиво, это изи-катка и все такое. Но я-то, мне-то этого недостаточно, мне-то этого недостаточно, мне-то Ладно, достаточно. Ну, куда-нибудь сюда ее засуну, я не знаю. Ну, типа... Ладно. Вообще, надо ее первым ставить, чтобы он два раза тыкался. Ладно, пофиг. Что? Это что? Это Буба. Это Набуба. Набуба красная. Так, давайте все представим, что я тот ход специально замедлил, чтобы дать своим противникам хотя бы немножечко шансов, да? Отберите у него комп. Ладно, на самом деле, мне специально Blizzard замедлили игру, чтобы... Ты и так уже победил, остановись. Дай им поиграть. Ютуб, залетайте сюда. Если будет один козритель, Томат сыграет ногами в БГ. Так, ты такого не говори, потому что, скорее всего, в моменте выхода хряков один козритель должен будет прийти. Ой, да ладно, все, давай, давайте просто откинемся и по это самое посидим. Это получается, нас со свиноблядями ждет обнуление рейтинга. Ну да, будет обнул рейтинга, то есть циферка будет написана 0, но у вас все равно будет иметься внутренний рейтинг. То есть, так сказать, скрытый пул, да? Что это означает? Это означает то, что тебе за победу будут давать больше очков. Допустим, за топ-1 тебе будут давать 300, 500, там, да? До тех пор, пока ты не будешь приближаться к своему предыдущему рейтингу. Вот. И когда ты приблизишься к своему предыдущему рейтингу, то тебе твой внутренний рейтинг схлопнется. Вообще, это не совсем так работает. Это работает как бонусная подушка. Да, то есть, если ты будешь все равно топ-8, 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 топ-8 брать, то так или иначе ты не достигнешь предыдущего рейтинга. Но если ты будешь постоянно брать топ-1, то ты максимально быстро достигнешь этого рейтинга. Надеюсь, понятно. Нихуя не понятно, но очень интересно. Мне больше всего понравилось. Давайте посчитаем. 3, 4, 10 плюс 3, 13, 14, 15, 16, 16 адаптаций, ни одного яда. Ну это я потом накинул на него яд. Ладно, победа, победа.
А мне сказали, Иршач самый слабый герой в мете.